Thank you.
Итак, ресивер 2. Для тех, кто не знает, что такое ресивер. Есть такой разработчик, называется Wolfire Games, который когда-то давно сделал несколько игр. В частности, они сделали игру Лугару. Это такая игра про антропоморфных зайцев, я ее стримил. Так, где здесь? Да, вот так как-то. Так, почему здесь чат такой, а не вот такой вот? Вот, после этого они занялись разработкой идейного продолжателя Лугару, который назывался Overgrowth. Это был такой вот ранний доступ до существования ранних доступов. Так что, в принципе, вы можете поблагодарить непосредственно Wolfire Games за то, что сейчас все игры выходят в раннем доступе. За деньги вам предлагали доступ к бете, которая обновлялась каждые там несколько недель. И каждую неделю выходил ролик на YouTube, в котором они рассказывали про то, какие изменения они сделали в новой версии. И это был такой долгострой, который очень долго лет находился в разработке. И за то время, пока они сделали Overgrowth, они также поучаствовали в нескольких геймджемах. В частности, они участвовали в джеме под названием F This Jam, суть которого заключалась в том, чтобы сделать игру в жанре, которую ты ненавидишь. И они решили сделать настольную игру. И они сделали игру под названием Desperate Guts. Это была настольная игра компьютерная, которая работала совсем не так, как обычно работают настольные игры на компьютерах. То есть это была игра на Unity, в которой использовалась физика. И там были фишечки на поле, которые нужно было перетаскивать мышкой, нужно было кидать кубики мышкой, потому что они тоже были физическими объектами. И карты там тоже были физическими объектами, которые там надо было складывать в стопки и перемешивать, и класть себе на стол. И все это происходило вот в таком трехмерном пространстве, и все это делалось при помощи мышки. И в дальнейшем на основе этой идеи совсем другие разработчики сделали Tabletop Simulator. Также именно Wolfire Games основали вот это вот Humble Bundle. И в самом первом Humble Bundle, собственно, и участвовал Лугару, и Overgrowth, по-моему, тоже был в каком-то бандле. Так что да, еще одно достижение этих разработчиков. Также они для какого-то джема сделали сетевой шутер под названием Low Light Combat, который который так и не стал ничем интересным. Также они делали какую-то игру про снайперов, и она даже не вышла. Но кроме того, для джема под названием 7D FPS, суть которого, как ясно из названия, сделать шутер, оперировался всего за 7 дней, они сделали игру под названием Receiver. И Receiver это был шутер от первого лица, в котором симулировался пистолет. По-моему, в первоначальной версии был только один пистолет, М1911, и в нем по отдельности симулировалась каждая движущаяся часть. Для того, чтобы перезарядить пистолет, недостаточно было нажать одну кнопку. Нужно было нажать одну кнопку для того, чтобы вытащить магазин,
потом еще одну кнопку, чтобы убрать пистолет в сторону, чтобы можно было интерактировать непосредственно с пистолетом, непосредственно с магазином. Потом при помощи кнопок можно было дозарядить в этот магазин пули. И после этого надо было нажатием еще одной кнопки ставить этот магазин в пистолет, и потом еще одной кнопкой передернуть затвор, либо другой кнопкой, если затвор пистолета находится в заднем положении, можно было нажать на другую кнопку для того, чтобы нажать на клавишу затворной задержки. То есть это такая вот игра, в которой нужно было понимать, как устроено оружие, иметь себе представление там о том, находится ли сейчас патрон в патроннике, потому что это было важно. Иначе вы зарядили пистолет, пытаетесь выстрелить, а ничего не происходит, потому что пистолет не заряжен. Так, не только было вот такую долгую заставку сделал, и так и не успел ничего подготовить. Вот, после того, как эта игра вышла на Джеме, они еще ее дорабатывали, добавили туда еще два пистолета, Glock 17, какой-то модернизированный, в котором была автоматическая стрельба, а также револьвер. Револьвер, понятное дело, работал совсем не так, как пистолеты. Ну, Glock тоже работает не так, как М1911. В частности, у М1911 есть есть предохранитель в привычном нам виде, а в Глоке такого ручного предохранителя нет. Там предохранители автоматические. И там нельзя ввести курок, потому что он спрятан в корпусе пистолета. Это такой вот пистолет специально для полицейских был, который сделан по принципу такому, что ты его достаешь и сразу стреляешь. Не нужно было там снимать его с предохранителя, вот это все. Ну, конечно, нельзя сказать, чтобы игра прям так уж много от этого приобретала, скажем так. Потому что, честно говоря, например, такая штука, как предохранитель, имела смысл только вот в одном случае. Если вы находили пистолет, он находился на предохранителе, то вам нужно было пистолет снять с предохранителя. И это все. То есть больше вы никогда предохранитель не включали сами, потому что зачем? Так, почему-то я вижу на Твиче у меня игра не на весь экран, хотя у меня окно игры, собственно, растянуто вот до конца. А, нет, смотрите-ка. Вот так лучше. Так что у всей этой идеи был какой-то потенциал, но оригинальная игра до конца его не развивала. Давайте посмотрим на то, что они сделали во второй части. Пошли ли они с этим дальше? Сделали они с этим что-то более интересное, чем, по сути, такой же шутер, в котором просто вот перезарядка сходилась к QTE. И вот здесь вот мы сразу видим, что тут такая вот обучалка. В первой части нет врагов людей, вообще никаких живых врагов, а там были только всякие вот автоматические дроны, которые пытались нас убить.
например, автоматическая турель. Наверное, подразумевается, что надо вот сразу вот туда вот перебежать, в ту дверь, но мне было интересно посмотреть, что здесь. Но здесь, как видите, ничего интересного нет. Графика, конечно, сделана гораздо лучше, чем в первой игре, потому что она была сделана для джема, и там все было очень и очень схематично. Ну, смотрите, я подошел вплотную к турели, и тут какой-то промпт. Видимо, это какой-то QTE. Давайте попробуем. Ой, нет. Нет, я провалил QTE. Да, и надо сказать, что при том, что ресивер был такой вот игрой, где симулируется пистолет, это был еще и такой вот roguelite. И, по-моему, это до сих пор единственный roguelite FPS, насколько мне известно. Это игра из одной вселенной с Ricochet 2. Я не знаю про вселенную Ricochet 2. Я даже не уверен в том, что существует игра Ricochet 2. Я снова прокалил QTE. Оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп. Ладно, давайте не будем пытаться делать на QTE. Еще интересно, в первой части не было никаких QTE. Тут стекло. Тут нам пишут в подсказке, что осколки стекла могут убить. Окей, будем знать. В первой части это был такой вот roguelite, где здание каждый раз генерировалось заново, и вам нужно было на нем найти все кассеты. И в этих кассетах рассказывался сюжет в этой игре. Так, здесь нам говорят, что здесь нужно спринтовать. Наверное, тут стоит какая-то... Ага, понятно. Тут даже какой-то... Тут даже какой-то лор расписан. Смотрите, здесь есть несколько типов турелей, и они отличаются вот этим вот. Какие тут разнообразные враги. Да, я не уверен в том, что Ricochet 2 существует. Я знаю, что существует игра Ricochet, и она даже есть у меня в Steam, потому что я покупал себе полный комплект игр Valve, и, конечно же, я это никогда не запускал, и вообще про игру под названием Ricochet я никогда не слышал ничего хорошего. This tour is a great way of for experimenting with different ways to damage them, but they are still fully armed and dangerous. Do not underestimate them. Ну, короче, это все обучалка. Такая вот. You underestimate my power! Флоппи диски? Флоппи диски есть в этой игре. Не только кассеты. Сколько оранж-боксов я купил? Я не купил ни одного оранж-бокса.
меня был Half-Life 2 коллекция на диске с эпизодом 1 и с эпизодом 2. Потом на отдельном диске у меня был Team Fortress 2, и к нему бесплатно прилагался Day of Defeat Source. В Day of Defeat Source я, кстати, довольно много играл. Довольно... довольно неплохая игра. И отдельно я покупал Portal 2, какое-то коллекционное издание, в которое входил также первый Portal. Так что я все эти игры по отдельности купил. У меня был Half-Life 2, это не Orange Box, значит, у меня была пиратская Half-Life 2. Это все ложь. У меня абсолютно лицензионный Half-Life 2, на котором даже была обложка переливайка. Hack the turret balance tops to keep the marker in the same zone. Ой, не. Ага, то есть... Нет, турель, нет. Ага, не попало. А вот теперь попало. Не знаю, как она меня увидела через вообще все. Ух ты! Они в этом туториле даже контрольные точки сделали. Вот это да. Вот так нам должно работать. Rect. The Smith & Wesson Model 10. Так, посмотрим. Здесь уже надо смотреть управление. Так, открываем цилиндр, заряжаем. Так, как теперь закрыть цилиндр? Вот так. И, наверное, это... Сейчас. Так, а где здесь... Ага. Так, надо посмотреть, он двойного действия или... Только двойного или какого вообще... А, это... Вот это... Револьвер двойного действия, то есть здесь можно просто дергать спусковой крючок для того, чтобы стрелять. Или можно сначала взвести курок, а потом нажать на спусковой крючок для того, чтобы выстрел был точнее, потому что меньше будет усилия на спуск. И рука будет меньше трястись, когда вы нажимаете. Так, интересно. Я так понимаю, что здесь мы можем только застрелить эту турель. А мы можем ее вот здесь вот из безопасности.
И кроме того, что здесь вот есть вот это вот. Кроме того, что то, что было еще в первой части, кроме того, что симулируется пистолет, симулируются еще и вот эти вот дроны. То есть им можно нанести урон в разные их части, и это на них по-разному действовал, скажем так. То есть можно, например, ему сенсор отрубить. Теперь она не должна нас видеть, по идее. Нет, она нас видит все еще. Ага, она нас видит, но она не может стрелять. Я не понял. Так. Давайте попробуем ее более надежно вывести из строя. Так, теперь надо бы перезарядить. Так, что это мы нашли? Пули. Надо перезарядить револьвер. Как перезаряжать револьвер? Вы открываете барабан. После этого вы вытряхиваете вообще все из него. Потом подбираете пули, которые нормальные еще, которыми еще можно стрелять. И закрываете. Потому что вот это просто отстреленные. Как сказать, картридж по-русски. Отстрелянные гильзы. О, мы нашли кассету. When the mind kill comes, you will likely have forgotten everything about your own life before entering the post-mind kill environment. But everything that has become intuition, everything you've made a part of your inner self, the threat, is unable to erase. Therefore, it's important to train until the training becomes so natural that you give it no thought. Correct usage of your firearm has to become as natural as breathing for there to be any chance of success. Тут шарики висят. Как можно видеть шарики и не стрелять в них? Никак нельзя. Так, пока что мне не дали никакую ачивку. Наверное, надо отстрелить все шарики, чтобы дали какую-нибудь ачивку. Помимо кассет, здесь есть еще и записки. This is the time I have prepared for. Ой, надо было. Вот что надо было поставить на заставку стрима. Так.
Так, платформинг. Давайте мы, конечно, как порядочные мальчики, сначала спустимся вниз. Посмотрим, что здесь лежит. Falling from heights can cause injury or even death. Нет, здесь ничего не лежит. Видимо. Еще здесь очень инновационный способ бега. Для бега вы не нажимаете на Shift, а вы тапаете на кнопку W. Собственно, это вам. Это здесь показали подсказки. Так что вот такая вот инновационная игра. Ой-ой-ой-ой. Есть турель. Спящая турель. Что такое спящая турель? Вот эта турель отличается от обычной турели тем, что у нее не всегда горит ее фонарь. Наверное, хотелось бы, чтобы во второй части делали возможность выглядывать из укрытия. Как во всяких там Rainbow Six. Но, возможно, это было бы слишком ОП. Подожди, когда они отвернутся в другую сторону. Ой, нет, недостаточно подождал. Возможно, я ей отследил только ее фонарь. Так. И похоже, что да, я ее вывел из строя. Раз я до сих пор не умер. Можно еще вращать барабан. Ставить в себя сюда шутку про Кубовича. Я ей отстрелил зрительный сенсор. О, можно... Можно хакать. Хакт. Можно включать и выключать свет. Не знаю, что нам это дает. Там в подсказке про турель написано, что у нее там есть типа свой собственный источник света. Так что... Так что даже если вы выключите свет, то это вам много чего не даст. Но зато, если мы отстрелим ей ее фонарь и выключим свет, она нас типа не будет видеть в темноте. It is vital that you know that you are not dreaming. This is real. This is the time you have prepared for. Теперь у нас есть фонарь. Интерференс. Так, можно ли как-то убрать фонарь? Мне что-то не очень помогает. Snowdrop weapon.
не очень понимаю. Тут есть draw weapon, просто нажать tab. Либо slow draw weapon. Это если вы держите. Кнопку tab. Не знаю, для чего это нужно. Так, давайте посмотрим продвинутую помощь. Продвинутую помощь мне тоже не сказал, как убрать фонарь. А, наверное, да. Надо было на единичку нажать. И судя по тому, что здесь есть инвентарь с разными ячейками, видимо, здесь будут еще какие-то предметы, помимо фонаря. Мне интересно, это совершенно новый уровень? Или я все еще нахожусь на предыдущем? Буду везде отключать свет, потому что я могу. Да, full damage здесь очень, конечно, очень жестокий. Второй тип врага. Так, как мне... А, нет, это все еще... Это все еще... Турель. Давайте попробуем издалека мне выстрелить. Опять не попал. Рект. You have seen the signs around you. The gradual creeping decay and dysfunction. You have realized that something is wrong with the media and the people around you. You know that you are different. This is why you are ready to become a receiver. You have been issued a series of audio cassette tapes that are part of our system for advancing insight. By continually listening to these tapes, you will drown out and eventually counteract the negative influences from your environment. Once you have absorbed these tapes, you will have taken the first step towards awakening your true self. The media is a threat. We have a technique to help. We use tapes as part of this technique. You must listen to them to advance. Оказывается, не надо было в них стрелять. Можно было просто войти в эти шарики. Так, ну, дверь за вон тем проемом. То есть турель.
она смотрит непосредственно вот сюда. Чтобы не было. Так, похоже, там что-то есть. Нет, просто коробки. Сейчас попробуем все-таки сюда добежать. И в отражении мы видим себя просто как мишень. Да, разрешение этих отражений, конечно, говорит о том, что сейчас 2020 год. И правдоподобные отражения это давно утерянная технология, которые владели наши предки, но ныне безвозвратно утрачены. Даже детализированы все вот эти вот квартиры. Можно выключить лампу. Почему нельзя взять какой-нибудь тяжелый предмет и бросить им турель для того, чтобы ее сбить с ее турельных ножек. The firearm is simple in some ways, deceptively complex in others, but always dangerous. Gun training anchors the mind in the moment. By apprehending the lethality of the tool, focusing on the moment-to-moment use, a receiver is able to strengthen the mind-body link. Like with ideas, objects in the physical reality vary in their utility. Although some thoughts and tools are extremely dangerous, we don't arbitrarily limit what we can use. Rather, we strive to better understand ourselves and our environment, so that we may safely handle even the most dangerous situations. Наш герой моргает каждый раз, когда он стреляет. Турель совсем не впечатлена тем, что я в нее стреляю. Наконец-то. Можно ли, интересно, здесь войти? В какой-нибудь другой игре мы бы просто выстрелили бы в окно и вошли бы. Но поскольку здесь осколки наносят ранение, наверное, здесь это была бы не лучшая идея. И похоже, что вот эта вон дверь. Дверь это вот эта, и она не открывается. Так что, видимо, туда нельзя войти. Но я также вижу здесь лестницу.
Так, что-то у меня немного проседает FPS. Давайте снизим графони на Beautiful. Первая часть была сделана на Unity. И вторая, скорее всего, тоже. Потому что, как вы все знаете, Unity — это очень хороший движок, на котором все игры очень хорошо работают и выглядят. After World War II, a military study concluded that only a quarter of American soldiers were willing to line up their sights on a human target. Now, to combat this problem, the army found ways to dampen our natural aversion to killing one another. They replaced bullseye targets with human silhouettes, made training conditions more similar to actual combat, and trained recruits to avoid taking personal responsibility for killing. You know, after enough training, you can eventually learn to stop seeing people at all and just see silhouette targets everywhere, even in the mirror. Глубокий подтекст. Так, интересно. Если мы сейчас отсюда спрыгнем сюда, разобьется ли стекло под нами? Нет, стекло не разбилось. Я так понял, что в этих шариках спрятаны пули. Потому что когда я их... Когда я их лопаю, я получаю патрон. Так, чё, куда дальше идти? Здесь как будто бы не очень высоко, можно попробовать сюда спрыгнуть. И, возможно, я даже не умру. А, сюда можно было спрыгнуть и разбить стекло. Окей. Что? Что? Я прыгнул на стекло, разбил его. Мне это ничего не сделало, но после этого, как мне написали, меня убило упавшее стекло. Мне кажется, что мы умерли просто из-за того, что мы наступили на кусок упавшего стекла. Так, что у меня там? Так, больше здесь ничего нет. В этой квартире больше вроде ничего нет.
Да, сюда мы вошли. Подозреваю, что во второй части нет полной рандомизации карты. А зато мы... Есть одна большая карта, и мы начинаем просто каждый раз в разных местах. Но как минимум я ей отстрелил ее фонарь, так что она теперь нас не увидит. Проблема, что здесь есть еще одна турель. И проблема, что хоть у меня и есть фонарик, включать его сейчас не самая лучшая идея, потому что тогда турели меня увидят. Так что надо в темноте к ним подойти и закончить их правильно. Ну что ж, уже можно сказать, что они сделали более интересным сражение с этими турелями. Потому что теперь не просто можно их там расстрелять, а можно еще какие-то механики против них использовать. Появилась вот эта вот возможность их хакать. И для этого можно даже ничего не делать, если вы подошли просто к ним со спины. Насколько вообще у турели есть спина? Так, а разве не отсюда ли я сюда вошел? По-моему, я отсюда его... Да, походу, нет. Нет, это просто две... Очень похожие. Две почти одинаковые комнаты. Я их отличаю только потому, что здесь стоит турель, которая не, определенно не была в той комнате. Так, давайте перезарядим револьвер. Ресивер — это определенно не тот шутер, в котором вы будете перезаряжаться после каждого килла. А, я дебил. Я увидел вот эти вот ячейки в инвентаре, в одну из которых кладется фонарь. И подумал, что... Это означает, что Batman and Robin, the most famous dynamic duo, was Smith and Wesson. When the two master gunsmiths met in the 1850s, Daniel Wesson saw the older Horace Smith as a potential mentor and father figure and convinced him to collaborate on his crazy idea of combining bullets, powder, and percussion caps into a convenient metal cartridge. Now, Smith was sold on the idea because it was no crazier than his inventions, which include explosive bullets designed to hunt whales. Now, Sam Colt held the patent on the idea of a revolver, so they created a lever-action alternative called the Volcanic Pistol, which later evolved into the Winchester repeating rifle. When Colt's revolver patent expired in 1857, Smith and Wesson were ready and released the Smith & Wesson Model 1 revolver, firing their newly invented .22 rimfire cartridge. While the .22 short was more effective against squirrels than against people, the Model 1 proved explosively popular in the run-up to the Civil War and made Wesson a major player on the world stage.
They acquired the exclusive rights to the patent for a bored-through cylinder, allowing them to take Colt's place with a monopoly on cartridge revolvers for the next decade. О чем-то я говорил, прежде чем меня прервала историческая справка. В первой части вы могли стрелять в далеко находящегося дрона и не попадать, потому что игра его просто не прогружала. Ну что-то я и отстрелил. Что, возможно, только ее фонарь, так что она все еще представляет для нас угрозу. А надеюсь, что это ее зрительный центр или что-то такое в этом же роде. Но сначала заглянем сюда. Я до сих пор не вижу летающих дронов. First rule of gun safety is that guns are always loaded. Even if you've just unloaded it seconds ago or seen someone else do it, it is still loaded. Now, this may seem illogical, but you need to practice your double-think mind attack and truly believe that it's true. Most lethal gun accidents are caused by thinking a gun is empty when it's not. For example, if someone is trying to unload a gun, they might pull back the slide to eject the cartridge in the chamber, and then remove the magazine. From your... Ну, вот пока я хакал одну турель, меня засекла другая турель. Я вижу, что там что-то двигалось. Так что я заинтригован. Давайте зайдем сюда. Возможно, ничего не двигалось, а это просто уровень загружался. Или что-то вроде того. Какой-то... Мейтон картридж просто заел, то есть картридж гильда и не хочет вылезать. Так, она все еще может стрелять. Окей. Это была застрявшая гильза.
А, тут две турели. Прямо рядом стоят. У меня возникла шальная мысль попробовать ее хакнуть. Но раз здесь две турели, то это не самая благоразумная идея. Можно попробовать хакнуть. Хакт. Ух ты, можно вызвать лифт. Control your breathing as you approach the door, slowly slicing the pie as you go. You're in the fatal funnel now as you move in a semicircle past the door, but don't rush. See everything. Focus beyond that front sight. Let your body aim for you. Breathe. Corners clear. It's time to choose a direction and commit. Left or right? Which way lies victory? Which way death? Only one way to breathe. Don't dawdle in the doorway. You're a silhouette, and that's where the guns are aimed. And sweep smoothly to encompass the whole space. It's a difficult thing, but practice makes perfect. Slow is smooth. Smooth is fast. Я надеюсь, она... Теперь она успокоилась, эта туда войти. Наверное, нельзя туда войти. Дверь не работает. Все равно никуда нельзя войти. Чем же эти комнаты вообще есть. Промазал, но я здесь должно быть легко хакнуть. Так, кот, уходи. Меня чуть не хакнул кот.
Давай уже, хакайся. А из нее ничего не выпало? Ничего из нее не выпало. Явно они какие-то заготовки используют, причем с уже готовым расположением этих дронов. Так что точно такая же комната с точно таким же дроном уже была. Точно такой же турели. Только добавок к ней там стоит еще одна турель. Мне там делать нечего. Надеюсь, там не лежит такая кассета. Ой, трек еще из первой части. Я знаю, что это за видео. Я не буду этого смотреть, нет. Так. Синий свет в этой игре означает только одно. Нет, кампит. А интересно, вот эти вот турели, которые смотрят в одно место, они могут вращаться или у них, в принципе, нет такого? Наверное, могут. Иначе бы они были бы... Да, они могут вращаться. Спасибо. Эти турели вот прямо кампят. Просто держатся на месте и... И смотрят в одну точку, а не крутятся. О, терминал Сбербанка. А, нет, слушайте, это... Это... Это Полибиус. Я не знаю, что такое Broadside Express. Тоже ли это какой-то мем? Вот от чего этот синий свет? Наверное, там просто на этажом выше турель, и свет
проходит прямо сквозь. Прямо сквозь потолок. Потому что не 2020 год. Я нажал на кнопку Interact, я думал, что... можно будет... А, это Black Shades. Black Shades — это одна из ранних игр Wildfire Games. Да, так и написано, Black Shades. Black Shades — довольно любопытная игра, в которой мы играем за такого телохранителя, который должен защищать своего хозяина. И там была любопытная система прицеливания, ну вот как вот в этой игре. То есть вы должны были целиться не перекрестием, а наводить непосредственно пистолет туда, куда вы хотите выстрелить. Ну, типа как Polybius. Хочу играть в Polybius. Нельзя играть в Polybius, к сожалению. Здесь написано просто WF. И логотип Wildfire Games. Lightning's Shadow. Это, наверное, тоже какая-то одна из ранних игр. Да, Poly... Consume. Видимо, все, что мы можем делать с этими аркадными автоматами, это выключать их. Наверное, Lightning Shadow — это одна из ранних игр в Wildfire Games. Есть какие-то еще игры, в которые я не смог поиграть, потому что они только на Mac'е. Однако мне интересно... Этот автомат издает какие-то звуки. Возможно, если мы будем смотреть на этот экран, то в конце концов наш разум захватит, и это будет Game Over. Видимо, нет. Я ожидал, что если единственное... А, вот автомат Overgrowth, в котором, собственно, нарисован заяц. Я ожидал, что раз здесь есть механика отключить эти автоматы, и это единственное, что можно с ними сделать, я подумал, что здесь будет такая механика, что эти автоматы будут пытаться вот... Если вы будете долго находиться рядом с автоматом, то они захавают ваши мозги. Потому что здесь вся игра про mind kill. Да. Тут сюжет про то, что Electronic Alarm System.
принципе, тут вся игра защищена Electronic Alarm System. Так, есть только одна турель. Рект. Коробочки ничего нет. Ну, кстати, у меня в этом ране нет фонаря. О, теперь у меня есть фонарь. Можно залезать на приставные лестницы. По-моему, вот это пение включается, когда мы находимся рядом с кассетой. While physical training is less important than mental conditioning, receivers know that the two are linked. To move the body requires thought and focus. And similarly, certain actions in physical situations induce specific states of mind. By training one, you train the other. Ой, их тоже можно настусить. Это прикольно, что они добавили вот эти вот механики. Что не обязательно тратить пули, а можно найти какую-нибудь возможность обойти эту турель. Да, отсюда мы пришли. Давайте попробуем подняться. Она меня не видит с такого расстояния. Что-то у нее там вырубилось. Я все еще не уверен в том, что она не представляет угрозы.
Так, это я вернулся туда, где я был, да? По-моему, я и был. Не пришел сюда и начал спускаться. Или нет, я уже не помню. Видимо, турели вот, вот там вот, за вот этой вот. А что, где-то сверху, что ли? Где турели? А, она вон там вот. В этой турме. Значит, мы просто пройдем мимо нее. Тут вроде ничего не лежит. Турели. Нет. Уже с фонарем они нас с большего расстояния замечают. Возможно, они нас в этой темноте не увидят, если я им прострелю их фонари. Прострелили через коробку. Не надо было, конечно, пытаться вообще в них стрелять, надо было оттуда убираться. Беспокоила мысль, что в той комнате могла быть какая-нибудь кассета. Так, что-то здесь есть.
как-то немного странно. Так, судя по тому, что... Да. The rivalry between Colt and Smith and Wesson is as old as time itself, assuming that the universe was created in 1852. Now, Wesson was largely unknown at the time and still reeling from his brother's sudden death and the seizure of their gunsmithing tools by creditors. He partnered with Daniel Levitt to carefully work around Colt's patents to create a slightly different revolver based on his brother's ideas, and had started to successfully rebuild his business when Sam Colt sensed a threat to his monopoly and drove Wesson back to bankruptcy with lawsuits and legal fees. But when Colt's patent ran out, Wesson came back with a vengeance, and the Smith and Wesson versus Colt revolver debate continues to this day. Even though the modern differences consist of whether the cylinder rotates clockwise or counterclockwise, and whether the cylinder release should be pulled or pushed. And ultimately, it comes down to personal preference and how... Oh, yes. Я, возможно, бы услышал эту турель, если бы в этот момент игра не заставляла бы у меня слушать кассету. Когда вы подбираете кассету, игра ее автоматически вам включает, и она заглушает все звуки. Обидно, потому что я уже в первой комнате нашел две кассеты. Так, слышу забывание. Так, кот. Так, ну очевидно, что эта турель все еще может представлять для меня угрозу. Потому что, видимо, я ей только фонарик отрубил. Так, я слышал где-то здесь забывание, но не нашел кассеты. Возможно, они вон там вот. Smith and Wesson kept iterating on their revolver design in response to increasing demands from military and police around the world, and combined all of that feedback in 1899 into their 10th model, the creatively named Smith and Wesson Military and Police Revolver. Well, since body shaming had not yet been invented, they sold it in all sorts of shapes, with rounded or square butts, and barrels ranging from 2 to 6.5 inches in length. The main innovation of the Model 10 was combining the swing-out cylinder pin with the hand ejector rod, making it much more reliable than previous attempts at this design. This was the first revolver that combined a fast reloading, reliability, and accuracy, and sold accordingly. It is arguably the best-selling handgun of all time. Now, after they added the hammer block in 1915, the design is widely considered to be perfect.
In the following 100 years, there have been no significant improvements on this design. Cooper's third rule of gun safety is to keep your finger off the trigger until your sights are on the target. There are many physiological reactions that can cause your hand to tighten involuntarily. If your finger is on the trigger and you're surprised or stumble or tighten the other hand, the gun will fire and make a hole in whatever it's pointed at. This is especially important when drawing a holster. Takeoffs and landings in aircraft, this is when most accidents occur. If your attention wanders for a second and you try to holster your gun without removing your finger from the trigger, you will shoot yourself in the leg. If you're trying to draw quickly, you can easily grab the trigger and shoot yourself in the leg. While Colt won most of the U.S. military contracts, the Smith & Wesson Model 10 remained the weapon of choice for U.S. police forces until the 70s, when they switched to high-capacity Wonder 9 pistols. The Model 10 did win a few U.S. military contracts, including the Air Force, Coast Guard, and Navy. In World War II, air crews used the Model 10 revolver both for self-defense and for emergency signaling with tracer rounds. In the 20s, police were facing significant resistance by Prohibition gangsters and found that the 38 long Colt round just wasn't strong enough. Smith & Wesson started rechambering their Model 10s for the slightly more powerful 38 special cartridge, but the converted models were not quite right, and the fired cartridges had a tendency to get stuck from the increased pressure and slow down reloading. Видимо, вот там вот еще одна турель, кроме этой. Все, это меня уже не видит. Нет, она меня видит. Она меня видит, но она не может меня стрелять. Что? Я не понимаю. Я должен был ей прострелить ее зрительный центр или что-то там. Она меня видела секунды 3, наверное, и после этого начала стрелять, как ни в чем не бывало. Что здесь написано «The turret uses rifle ammunition», но когда я их хакаю, я почему-то получаю патроны именно такого калибра, который... калибра моего пистолета, который не может быть тем же калибром, что и калибр турелей. The safest way to disable a turret is to destroy its battery located in the rear of the base in the turret. Вот это вот что ли? Shooting the camera at the box with the light on it will not disable it completely, but will make it unable to see you. Shooting in the center of the base will disable the motor, making it unable to turn, but it can still fire if you walk in front of it. Был бы какой-нибудь чертеж, на котором было бы нарисовано...
где у них слабые места. Потому что я вот той турели что-то прострелил, и я не знаю, что я ей прострелил, я точно ей... Это точно был не источник освещения, точно не... Точно не ее оптический сенсор, потому что она все равно меня увидела. Что это было тогда? Я не знаю. Я очень долго находился в ее зоне видимости. Она светила прямо на меня. И не стреляла, а потом как взяла и начала стрелять. Видимо, вот это вот у нее аккумулятор. Ой, я стрелял ногу. It's common knowledge that some needs are a higher priority than others. People note that in order to pursue some, others must be fulfilled first. They frame the complex situation using a simple, unrealistic example. It's like how you can't be happy if you don't have air to breathe. These simplifications are used to hide more complex truths. That the body sustains the mind, and the mind sustains the body. The most present needs are in the domain of the mind. Играет кассета, вы не слышите больше никаких других звуков в игре, включая звук, по которому вы находите другие кассеты. Strengthening the mind by developing focus and resilience is the goal of a tech. Можно ли, интересно, как-то это настроить?
technique we call Lined Tech. It's common knowledge that you get better results the harder you try, but like most common knowledge, this is wrong. Receivers know that there is an optimal level of effort. Too low and you might slack off. Too high and you can start to choke under pressure. In the middle, you get the best results. Я подумал, что турель находится в том же месте, где она и тогда находилась. Но нет. Нет, меня чуть не убило. Видимо, турель вот где-то там сверху. Ну, точно турель там сверху. Ага, здесь турели нет. Здесь еще одна турель. Да, здесь еще одна турель. У нас стрим, где-то он снова стреляет контроль. Но у него уже... Он уже стримил сегодня. Это он со мной конкурирует, а не я с ним. Это он вместо того, чтобы смотреть мой стрим... Запустил. Вероломно запустил свой стрим. Many theories exist on the nature of the mind. Do we live in a simulation? Are our thoughts the result of chemicals and structures formed by random mutations? Or perhaps we are gifted with a soul by a higher power? The reason these questions persist is because previous attempts have failed to find a convincing answer. What is clear is that the mind harbors immense power over perception, and that changing perception changes the most important aspects of reality. Так, я подобрал фонарик, и игра зависла. Ну ладно, раз уж все равно не будет меня смотреть, а все пойдут к деду. То давайте на этом мы закончим. Игра так хорошо зависла, что
Я не могу даже теперь ее закрыть. Я через... То есть я альтабуюсь, навожусь на окно игры, нажимаю на крестик, не происходит ничего. К сожалению, в операционной системе Windows в 2020 году нажатие крестика все еще ничего не значит. Все еще нельзя заставить программу просто взять и закрыться. Ctrl-Shift-Escape я знаю. Но что мне это даст? Я же все равно... Я не вижу диспетчера задач, потому что у меня висит... Потому что у меня висит игра запущенная на полный экран. Я не могу переключиться на другое окно. Так, я попробую сейчас набрать CMD и вслепую набрать task kill n receiver.exe. Я надеюсь, что оно так называется. Или какой там должен быть ключ в task kill? Или там... Ай, надо набрать. Потому что я еще и не знаю, как называется экзешник. Им надо набирать, да. Проблема в том, что я не знаю, как называется экзешник. Так что... Давайте попробуем таскил. game.nz. Просто ресивер .nz. Нет, тоже не закрывается. Ладно, давайте попробуем в диспетчере на что-нибудь. А, у меня в диспетчере... Так, Ctrl-Alt-Limit, диспетчер задач, и попробую здесь курсор навести на игру. Проблема в том, что я не знаю, что из этого это ресивер, потому что я это окно вижу только в этом окошке в Alt-Tab. Thank you.
О, я смог. Проблема была в том, что игра показывала мне какое-то сообщение об ошибке, но я не видел из-за того, что игра была в полноэкранном режиме. И из-за того, что показывалось это сообщение, я не мог закрыть основное окно приложения, потому что у меня было открыто мануальное окно этой ошибки, которую я не видел. Ну, в общем, такой вот гейминг в 2020 году. Ну что ж, это был Receiver 2, и надо сказать, что достаточно много улучшений по сравнению с первой частью. Наверное, она все еще страдает от того, что она рогалик. Притом рогалик с очень ограниченным количеством типов врагов. То есть тут, по сути дела, только один вид врага, который мы сегодня видели. В оригинальном ресивере было два типа врага. Были вот эти вот турели и были еще летающие штуки, похожие на манхеков. Манхеки, наверное, появятся позже, а пока что только вот турели, которые они попытались вот как-то вот разнообразить, сделать разные типы, но, камон, они очень мало отличаются друг от друга. Так что одна боевая ситуация будет похожа на другую, и все это будет достаточно репетативно. Но новые механики достаточно прикольные. Так что вот, это был Receiver 2. Игра вышла вот буквально 2 часа назад. Стоит она 391 рубль. И мне не заплатили за этот стрим. Так что пойдемте смотреть деда. Всем пока.